удрал? Не знаю. Удрал. Поговорить надо. Ему отдохнуть бы, Павел Павлович. Теперь отдыхать некогда. Некогда. Разговор не для баб. Ты расстроен? Ну и дурак. Российская империя распалась. Это факт. Вся ползет по швам, как старые жупаны. Что ж тут веселого, дядюшка? Соображай. Ты украинец. России конец. Дай бог, если останется Московское княжество. А наша Вильна Украина раскинется от Дуная до верховьев Днепра. От Карпат до Каспийского моря. Бессарабия, Дон, Кубань войдут в нашу державу. Неужели так будет? К счастью, благодаря моей дальновидности, все наши капиталы вложены в промышленность юга. Центральная Рада зовет меня. Мы поедем с тобой. Я уже не молод, но еще кое-что успею сделать. А вот ты, Леонид, будешь молод, умен, ловок, далеко пойдешь. Ну? Прощайся с Петроградом. Да. Нагородил когда-то царь Петр, а теперь взял прахом пойдет. Опять сюда вернется Европа. А мы с тобой в Киеве поставим памятник. Знаешь, кому? Мазепе.